кругу семьи. По всему Дагестану активисты движения «Первых» отметили праздник «День семьи, любви и верности». Так семейный поход прошел в Дахадаевском районе. 20 супружеских пар с детьми и более 200 жителей муниципалитета прошли пешком от сторожевой башни в селе Кубачи до селения Урцаки. Участников ждала насыщенная развлекательная программа, экскурсии по музею, спортивные состязания, а также конкурс на лучший национальный танец. Инициатором похода стало региональное отделение движения «Первых» совместно с Росмолодежью. В День семьи, любви и верности председатель Союза женщин Дагестана навестила многодетную семью погибшего участника спецоперации. Гости вручили детям подарки, игрушки. Почти месяц они оставались с бабушкой и дедушкой, ведь мама малышей Мадина вместе с другими семьями погибших участников СВО завершает в эти дни паломничество в святые места в рамках благотворительной акции сенатора Сулеймана Керимова.